Продолжая предыдущие обзоры моделей и дополнений, точнее дополнений сборным моделям от чешской компании BlackDog, расскажу о шести наборах дополнений для наземной техники в 35-м масштабе. Первым мы покажем, наверное, начнем мы наш обзор обвесом для танка ПЗКПФ КПФВ-2 АУСТЭФ, или как его у нас называют, Т2С. Набор аксессуаров. Внутри, как мы видим, уже ранее замеченный вами зеленый вспененный материал и пакетик с деталями. Ну, собственно, самая большая деталь. Сейчас я попробую приблизить это все. Самая большая деталь — это вот в задней части. Мы видим различные, опять же, скатки, всяческие мешки, каски и так далее. Ну, вот традиционно скульптуру удается, если даже канистры, удается очень красиво показать все это убранство. Смотрите, даже на бочечках. Это, видимо, походные термосы, если я правильно их определяю. Здесь с ручечками аккуратными. То есть, ну, лепка изумительная, на мой взгляд. Значит, вот тоже скатки с ремешками. Потом дополнительные траки. Смотрите. С пролитыми внутри отверстиями облегчения. Еще скаточка. Ящик. Сейчас резко потерял немножко. Фляги. Две каски. Нет, три каски. Видите, что интересно, проработана и внутренняя часть. По-моему, это я уже показывал. И вот запасной каток.